Всем огромный привет! Рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня я делаю макияж, который я делаю последнее время. Он мне очень нравится. Это макияж с использованием теней Wet n Wild из палеточки Comfort Zone, где у нас идет вот этот красивый дуохромный оттенок. Он меня просто сводит с ума, и я не могу от него оторваться. Я даже боюсь, что он у меня уже, наверное, скоро начнет заканчиваться. Итак, сам оттенок идет вот такой. Я думаю, что видно, насколько он красиво переливается. И хочу его еще дополнительно продублировать вот таким пигментом из линейки косметики Runail. В общем, и это у меня такой идет пигмент. Он с зеленоватым оттенком. Я его, допустим, вот наношу на этот цвет и растушевываю его, получается еще такой более усиленный, красивый дуохром. В общем, вот так вот я сегодня сделаю макияж. Ну и давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Итак, я уже нанесла базу от Essence на все подвижное веко, и с помощью пушистой кисточки и светлого оттенка из палетки Maybelline Nude я припудрила веки, чтобы тени тушевались гораздо лучше. Дальше также продолжаю из этой палетки. Я возьму вот этот уже мой почти закончившийся оттенок, такой нейтральный, и буду наносить его в складочку и уже оформлять именно саму складку века. Я люблю делать круговыми движениями, так тушевка происходит гораздо лучше. Мягче ложатся тени, и так легче между друг другом они стушевываются. То есть никогда вы просто так вот, получается, размазываете, а именно вот такими легкими круговыми движениями, и так получается очень такая достаточно мягкая тушевка. Далее я возьму кисточку тоже пушистую растушевочную, но уже не такую объемную, как моя предыдущая джин. Кстати, она у меня в номере. Вообще номер у меня стерся, но это номер 14. Итак, использую средний темный оттенок и также наношу его, немного стряхиваю с кисточки, также наношу в складочку и уже также круговыми движениями распределяю оттенок по складке. Но больше стараюсь оттенка оставлять вот в этом уголочке. Дальше я возьму кисточку, она как бы идет такая приплюснутая, более плоская, но в то же время пушистенькая. И как раз ей буду наносить вот этот темный оттенок и уже заполнять уголок глаза и также немножко дублировать еще в складочку. Тут уже таким втаптывающим движением делаю, чтобы больше оставить оттенка. И дальше также вот легонько растушевываю уже в саму складочку. Так, ну а далее я возьму также вот эту пушистую кисточку и уже стушую все оттенки между собой, растушевывая именно в такую легкую дымку. А далее я возьму тоже маленькую пушистую кисточку, такой бочонок, это джинс 21 номер, и тоже самым темным коричневым вот этим оттенком пройдусь по нижнему веку. Не люблю оставлять веко голым, как-то, мне кажется, макияж так выглядит незавершенно. Незавершенным. Кисточка удобная, пушистая, она сразу же наносит и растушевывает оттенок. Очень она мне нравится, так удобно ей прорисовывать какие-то детальные элементы. Аккуратно получается. Так, ну вот, это такое, собственно, мое стандартное построение формы глаза, тушевка теней. И дальше уже в эти свободные пространства подвижного века я буду наносить вот этот красивый оттенок хамелеона и уже дальше буду наносить пигмент. Итак, для того, чтобы нанести эти тени, я буду использовать плоскую кисточку, она у меня идет синтетическая. И она достаточно плотно набита, и ей удобно будет распределять такой оттенок. Так. И уже вот на весь этот участок наношу данные тени. Стараюсь их именно наносить такими вбивающими движениями.
возьму кисточку с таким остреньким уголочком и растушую немного границы между хамелеоном и матовым оттенком теней. Сделаю их более мягкими. Так, ну а дальше я возьму вот такую уже кисточку, более такой миниатюрный бочоночек тоже, и нанесу уже сам пигмент, такой с зеленоватым идет отливом, и буду наносить это все на центр подвижного века. Так оно еще больше усилит хамелеон. Немножко подтушую границу. Так, ну вот, добавила я блик. Уже как-то, мне кажется, более интереснее заиграла века. И во внутренний уголок я нанесу простой такой оттенок нейтральный, вот этот светлый. И просто тоже добавлю небольшой блик, но уже не такой сияющий, как в центре. Такой более спокойный и нейтральный. Ну вот, можно красить ресницы. Добиваю свою тушь Lash Sensational от Maybelline. Ну вот, далее переходим уже к тонированию лица. Я использую, как всегда, любимый дуэт, абсолютно полюбившуюся мной вот эту кисточку с плоским срезом Kabuki. Она вообще волшебно распределяет тональное средство. Это у меня BB-крем Garnier для комбинированной жирной кожи в самом светлом оттенке. Это у меня уже третий идет флакончик, тюбик. Сначала наношу на руку, затем распределяю на лицо. Так будет удобнее. Рисуем маску. И так вот. Тоже стараюсь делать круговыми движениями, распределять тон, потому что так получается тоже хорошо распределяется тональная основа и получается такая отполированная и заполированная кожа. Далее, как всегда, припудриваю. Это пудра Эстрада у меня в самом светлом 101 оттенке. И кисточка тоже пушистая для пудры. Это у меня идут кисточки Реплика Зоева. Очень им понравились. Классные кисточки, отлично работают. И качество кистей хорошее. Уже сколько раз их мыла, они остаются в приличном виде и не выпадают у них волосочки. Итак, очень легонько набираю пудру и распределяю. Далее я буду просто наносить румяна, не буду делать сегодня никакой контуринг и буду использовать 10 номер кисточки от Jeans и вот такие румяна от Catrice розовые в оттенке 0.30, Kiss McKen называются. Такой красивый холодно-розовый оттенок, очень он мне нравится. Итак, на губы я буду наносить тоже блеск от фирмы Estrada. Он у меня идет в 302 номере. И называются они Джульет. Блески Джульетта. Джульет, наверное. Так, он тоже, кстати, идет с таким красивым мелким зеленоватым хамелеончиком. Тоже так красиво смотрится. Итак, наношу. Очень мне нравится этот цвет. Ну вот, девчонки, такой у меня получился макияж. Очень я люблю делать этот дуохром на веки сейчас. Он у меня хотя один этот оттенок такой коричневато-зеленый, но мне кажется, с помощью вот этих вот пигментов рунейловских можно сделать любые тени дуохромными, буквально просто добавляя на центр века этот пигмент.
и получается уже достаточно красиво. Напишите, что вы думаете по этому поводу, нравится ли вам дуохром или вы предпочитаете классические варианты, то есть в стандартных цветах. Мне нравится экспериментировать и пробовать что-то новое. Думаю, что это достаточно все просто. Так что вот, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Увидимся с вами в комментариях. И я вас всех целую. И пока-пока.